Так выглядит сетчатый кордон с плодами. Мы снимали весной, когда было еще никаких плодов, еще только цветение. А сейчас, ну, сейчас, правда, листьями закрывает сама форма, вот, но зато плоды украшают. Забор, вариант забора из плодовых. То есть, если хорошие соседи, вот, и вы не хотите отгораживаться таким, ну, капитальным забором, то можно сделать и такой декоративный. Будет и вам, и нам. И ваши дети будут пользоваться, и наши. Вот, и пользоваться вот таким забором. То есть и красиво, и плоды собираете со всех сторон. Единственное, что, конечно, нужна обрезка. Обрезка постоянная. Вот здесь вот видно, что на сезон, на один сезон оставляются проводники, вот этих каждой ветки оставляется проводник, он будет, этот проводник, жить один сезон. Вот. И на следующую весну, когда будет идти обрезка, он вырежется. И потом за сезон опять выгонится, то есть это приросты, собственно, текущего года. А все остальные приросты прирезаются. Зачем оставляется этот проводник? Да потому что он на себя оттягивает соки. Если бы его сразу, как и все остальные, прирезать, слишком сильная... получается, боковые растут еще сильнее. А вам нужно, чтобы закладка плодовых почек шла именно вот в зоне, нижней зоне. Вот. Не пробуждались почки, не начинали расти, не вызывать лишний рост, а наоборот, как бы приостанавливать рост боковых. Вот для этого и нужны вот эти проводники, которые оставляются на сезон. Потом весной их вырезают и за лето выгоняют снова для того, чтобы удерживать рост боковых почек и шла закладка плодовых именно образований.